87-77-77. Первый судья 29-28 Касымбаев. Второй судья 29-28 Грозин. И третий судья 29-28. Таким образом, раздельным решением судей в главном событии вечера победу одержал сюда. А девушка оставили, девушка. Девушка, видите? Стойка, дорогая Эйта. Русские на трибуне! Русские на трибуне! Казахстан на трибуне! Казахстан на трибуне! Казахстан на трибуне! Все, спасибо. Кыргызстан, алга! Кыргызстан! Нура, пару слов сделаем. Как ты себя чувствуешь после такого? Эдик! Ярик! Ярик! Ярик, рахмет! Я помню, Ярик, один из первых из России, который начал как бы болеть за меня, приезжал ко мне на интервью. Ярик, спасибо, я помню, что мы тогда подписались друг на друга. И с тех пор Ярик, сколько раз я в Москве, Ярик всегда ко мне приезжает, и мне понравилось. Ярик по духу, наш казах, по духу, казахстанец, так можно сказать. Ему как бы ничего не сложно, когда я ему обращаюсь, брат, захвати там это, то с магазина, примерно. И вот, с тех пор я Ярика сильно запомнил. Рахмет, Ярик, как всегда рад дать тебе интервью. Давай перейдем к вопросам. Расскажи, как ты себя чувствуешь, что бой, казалось, ну прям капитально жесткий получился. Очень много урона ты принял, очень много урона нанес. Как ты себя чувствуешь? Самый ли сложный это бой за последнее время? Ярик, ты сам знаешь, и ты сам можешь на этот вопрос ответить. У меня каждый бой очень сложный. Я не могу выделить никого. Но этот бой мне понравился, мы стояли и рубились. Мне просто по кайфу было. Саня, красавчик, рахмет, классный бой. Я сам хочу поскорее вернуться в номер, посмотреть, пересмотреть этот бой. Мне кажется, этот бой, ну, реально был лютым. А был ли момент в этом бою, когда, знаешь, ты был близок к тому, чтобы быть потрясенным? Потому что, особенно в третьем раунде, момент, когда Саша попал с вертушки, казалось, что прям очень жестко пришлось. Нет, на самом деле, не болтануло, но было неожиданно. Чуть-чуть я, как бы, меня занесло тем, то, что у меня... Он, когда нанес удар, он сместился чуть в бок, и меня просто пронесло. Потому что оказался я, если вот фронтально на Сашу, то я удар выдерживаю. А когда у меня ноги, он был сбоку, у меня ноги стали в один ряд. Все знают, когда у боксеров ноги становятся в один ряд, любой удар сбоку, он просто сбивает с толку. Саша сбил меня с толку, потому что у меня ноги оказались в одном ряду. Но такового, что болтануло, не было. Но было неожиданно. Классно. Первый, второй раунд, вот как раз Ислам хотел спросить, я думаю, про ногу, да? И ты так пропускал ковки. Это не моя кровь. Это не моя кровь. А, это Саша? Да, я не знаю. Просто ты в первом-втором раунде очень много ковкиков пропускал, и в третьем только начал вот убирать ногу. Ковкик? Ковки, ну как под колено удары бьют, ниже колена чуть. И потом уже начал убирать. Урона не было, я просто почувствовал, что он... Почему под конец начал убирать ногу? Я почувствовал, что я когда убираю ногу, он в какой-то степени, наверное, подбирает дистанцию через вот эти вот лоу-кики нижние. И я просто уже под конец старался убирать ногу, чтобы он не чувствовал свою дистанцию. Бой был классный. Прям такого у меня урона нету. Я думаю, все нормально, со здоровьем вроде все нормально. Единственное, я хочу на зеркало посмотреть, у меня лицо чистое. Максимально чистое. Я рад, что, значит, родители будут меньше переживать, то, что лицо чистое. Это, по-моему, тот случай, когда нет ни проигравшего, ни победителя. А я так и сказал. Нету тут выигравшего и проигравшего. Саша красавчик. Не люблю говорить за себя. Пусть лучше народ там скажет, кто я в этом бою. Если понравилось зрителям, то я доволен. Нет, будем стараться еще ярче закатывать бои. А как бы сложился этот бой по ММА, как думаешь? Не знаю, темп, может, был бы другой. Там очень много разных факторов.
Там, я даже не могу описать, как бы сложился этот бой по ММА. Мы с Сашей только что переговорили в клетке, он говорит, ну, после этого боя мы явно с тобой друзья. А я как бы со всеми после хорошего боя, я как бы всегда позитивно отношусь к соперникам. А с Сашей мы даже до боя, вы видели, мы максимально обменивались любезностями. Я доволен, то, что я сегодня... У нас, как говорят в Казахстане, чтобы стать лучшим другом, нужно сперва мощно зарубиться. Первое мы выполнили с Сашей, теперь осталось только за вторым, но Саша тоже... как Саша сказал, мы по духу очень схожи с ним. И я считаю, в это сегодня я обрел себе одного из лучшего друга. А вот ты говоришь, после мощных заруб становишься друзьями, но вот с Персом как будто бы было исключение. А почему с Мухаммедом Хейбати вы не стали друзьями? А потому что там не было зарубы. Было избиение, и я за ним гнался, бегал. У нас был как бы... я побежал в марафон, но не догнал его. Получается это так. Вот почему мы не друзья. А если бы, наверное, он бы стоял бы, как Саша, мы в центре рубились. После того, ну как стать, ну... Ну и второй фактор. Я говорю, Саша, по духу мне близкий человек. Я от него не ожидаю подлости, чтобы... Я знаю, я уверен, что Саша не такой, что я сейчас уеду. Он скажет, да я его деклассировал, я его кончил, это то. А в глаза говорит другое. А тот, который мой недруг, он говорил так вот. Вот именно так было. Он ко мне говорил, ты красавчик, все такое... Я в Шереметьево, он выпускает пост, то, что он меня там деклассировал. Я, ладно, думаю, это его. Так надо. Потом уже, когда был дома, он уже много лишнего наговорил. Ты сейчас в нашем деле, Мухаммед Хейбати тоже в нашем деле. Пошел он в жопу. Давайте закроем эту тему. Ну, а у тебя тогда по планам что? По плану? Ну, не знаю, посмотрим. Приедем домой, поговорим с тренерами. Нуртас Агай. Как мой брат Азат решит, как Нуртас Агай решит. И будем дальше двигаться. И, кстати, Нуртас Агай Рахмет за подготовку. Это мой личный тренер. На протяжении сколько лет уже со мной. И в горе, и в радости. Да и не то, что вот в зале, да, это мой уже приобретенный брат. Очень сильно люблю его. Также у меня тут впервые тренер по боксу Марат. В подготовке были замешаны эти два мои тренера. И, в принципе, не так много времени было, но я думаю, за этот короткий период отработал, по крайней мере, на 100%. Форма, я сказал бы, хорошая, но не пиковая. Но при этом я отработал на максимум от своей формы, я считаю. И я доволен. Спасибо, Мурадбек.